Адвокат ко мне смог пробиться только в 3 часа ночи. Да, да, мы же там были. Да, до этого мне пришлось... До этого они возили нас... На ГНД, освидетельствование. На освидетельствование, но при этом мы где-то по полчаса, по час просто стояли в дороге. Чего-то ждали, чьей-то команды или что. А потом в 4-ю горбольницу, да, потом повезли? Потом в 4-ю горбольницу, да. А до этого нас завезли в горбольницу, и мы ждали пока... Ну, где-то полтора часа там еще. Ну, специально держали, чтобы журналисты разошлись. Ну, может быть. Да, скорее всего. Вот. Мне сейчас, я сейчас связалась с адвокатом Булата Назарова. Ага. Сейчас решают, но вроде обещали его сегодня выпустить. Да? Да. А как если мера пустения ну, завтра? Ну, там путаница. Журналистам вам айтып кетейінші, азыр ГУВД-ға... Бая Болот Назаровты, колдоочулардын бардыгы ошол жака барат атта, азыр ошол тарапташтар менен ошол жака бардыңыздар, барысы өтүнөбүз. Мне тоже надо набрать телефон там. ГУВД-га кетип отурат. Кайсы райондуку? А, жок, тиги. А, да, ошо да ГУВД, бир эле район шаардыкы да. Күтөт, күтөт. Анан жетишет. Токтогул правда. Правда. Токтогул правда. Адвоката, который пытался войти вчера в ваш офис, он был отстранен от своей должности, он работал в МВД и в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию в 2018 году. Он силовиком вступил в перепалку возле двери. Да. Да, я абсолютно не знаком с ним, и он сказал мне, что он просто волонтерить, вот, но когда он в ГУВД оказался почему-то раньше всех моих адвокатов, да, при том, при всем, что и наших адвокатов не пустили, а его пустили, он сел в автозак, где меня держали, он, да, да, и начал меня расспрашивать, я сказал, найдите мне моего адвоката, то есть он начал звонить Нурбеку Токтапонову и говорит, нет, он типа не берет трубку, я говорю, это не может быть, что он не видит, и после этого он скрылся, но, возможно, это была подстава для того, чтобы заменить моих адвокатов на... Алдыген ушу Нурбек Токтоповтун командасындамын деп айтып келген да. Бирок Нурбек подтвердил, что он адвокат. Да, но он его не знает. Ну, он не из его команды, и он его впервые видит. Так вы думаете, что это как подстава? Ну, я не, вот по этому поводу я не готов утверждать. Я думаю, что просто человек может быть... Вот городу нужен герой. Да, нет. На выборы слова на пустые сотрудники. Я говорю, мы и так четвертую власть. Да, все, пойдем на четвертую власть. Говорят, что это могут освободить. Мы сейчас в ГУВД поедем вместе с Болотом. Нам надо занести туда еду, Болоту Назарову. Вот Байке, я не могу. Все-таки мы команда Болота Назарова тоже. Мы все вместе с командой поедем сейчас в Болоту Назарову вместе с Болотом, с Мировым, да. Да. Тимиров, дайте поспать. Тимиров, вообще кормили тебя там? Один сэндвич. Один сэндвич за все эти дни? За сутки, да? За сутки, да. Булат, кинсин. Мамангу не через кой чанан детский. А, да, давайте. Так, ГУВД. ГУВД-ға ақындар менен Болот Назаровты. ГУВД. Болот Назаров. Чығарғанда. Болот Назаровты чыгарганга ГУВД-ге. Не сахар. Сахар. Позицияңды айтпочу. Позицияңды айттым мен жана. Айттың ба? Мага да айтпочу. Мага да айтпочу. Свобода слова. Мындай болбойт, э, беспредел. Свобода слова. Болбойт, а? Ошондой. Жүрүпмейм сага. Свобода слова. Коротко, ясно. Бияқта азыр сөзді, сонун сөзді ойлоп таштыр, бияқтагыларчы. Болот курчуп ташсынат депчи. Жакшы, жакшы. Азыр ГУВД-нын алдына барабыз. Азыр ГУВД-ге достор, азыр ГУВД-ге эми Токтогул
Правда менен Гоголен ортосундагы ошол жака баратабыз. Аяктан уже Болот акын, белгилүү акын Болот Назаровду чыгарганга талаптар да коебуз. Аяка дагы акындар келип атат. Бул бийлик таптакыр эле беспредел кылып, эң күчтүү биздин таза принципиалдуу адамдарга кол салганы бул туура эмес болуп калды. Анан кандай десем төртүнчү күчтүкө ошол эле журналисттерге, ошол эле акындарга, элдин арасында кадыр бактуу кишилерге ушундай кысым жасайбыз дегенге аракет кылды. Азыр Болот Темировду чыгарышты, бошотушту. Эми кийинки Болот Назаровду чыгарганга азыр баратабыз. Көбөдөн алдына баарыңар келгиле кошулуңар.